Опера на открытом воздухе – новый формат знакомства широкой публики с классическими произведениями. Это стало возможным благодаря международному фестивалю «Опера всем». Произведения Пуччини, Верди, Римского-Корсакова и Моцарта звучат в формате Open Air. В Петербурге фестиваль проходит уже в 7-й раз. Жители города совершенно бесплатно за это время услышали оперы «Жизнь за царя» Руслан и Людмила Глинки, «Демона» Рубинштейна и «Иоланду» Евгения Онегина, «Пиковую даму» Фауста Верди и «Фиделио» Бетховена. В этом году продолжила музыкальную программу опера «Манон Леско» Джакомо Пуччини. Она прозвучала на Елагином острове. Произведение рассказывает о нравах и отношениях людей эпохи Старого Режима. Анастасия Глумничья, Ксения Маркова, интернет-портал «Город Плюс».